Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем трешечок. Прокачал очередного героя на 9-9. Это у нас первый герой будет. Это будет Седна. Именно такая вот сборочка. Сейчас потестируем по некоторым локациям. Посмотрим. Тут идет у нас 40% шанса срабатывания, 100% отражения. То есть, по сути, огненная защита тоже кайфовая вещь, но шанс там стопроцентный, да, сейчас мы найдем, где там у нас огненка есть, вот на хранитель 45% отражает, а тут идет уже 100 как атланты и 40%, ну то есть шанс плюс 10% у нас идет. В принципе, должно быть неплохо, если собрать пачку, думаю, против автопрокеров будет реально очень круто. Вот у нас ожива идет, в снаряге у нас дополнительно еще 11% отражения. Ну, такая вот сборочка, то есть уклонения здесь нет, по ней будут попадать. Поехали, начнем с рейдов. Чисто хочу создать пачку с ракушками, посмотреть, что же все-таки будет. Так, надо там, где нету фрейки, искать, потому что фрейя будет очень быстро сливать. Так, вот есть некрос. Сейчас попробуем, если получится, конечно же. Такое себе. Сейчас, может, найдем кого-то попроще. Так, тут у нас огник, тут у нас будья, тут стрелок есть, интересно будет посмотреть. Ну вот, смотрите, получают отражалку довольно таки неплохую. Так, наверное, надо убрать все-таки смотрителя. Давайте поставим сюда кого-то красного, бугимена поставим. Не знаю, еще думаю, кому я пораставлял там. Думаю, каким героем еще можно поставить. Так, я тут заберем, ставим сюда серенького. Так вот. Все, нету, отлично. Смотрителя нет. Поехали, попробуем. Вот посмотрите, как ударил, и сразу же минуснул треть от хп. Опять фрейя. Против фрейя тут, конечно, вариантов особо нет. Так, ну, на битву гильдии, думаю, будет очень интересный вариант, особенно потестить против ронинов. Так, ну-ка давайте против этих друзей потестим. Смотрим, Анубис. 160 Анубис с минусом получил. Отлично. Ну, круто она минусует. Отражалка. Действует. Конечно, было бы еще огнен коронами. Вообще был бы огонь. Но, к сожалению, у меня тут нету огненки. Так. Бигфут, Бугимен, Стрелок. Ну, попробуем. Ты, Буги, конечно, нормально там себя подслил. Посмотрите, как проседают. Это всего лишь один герой. А если их будет пачка? Думаю, будет очень весело. Особенно попасть на такую пачку. Так, тут у нас урник. Что-то на китайке все с огнекрылами. Донаты, короче. О, Афинка, это интересно. Надеюсь, мы сможем подойти поближе. Ух ты. А я вам скажу, круто. Некрос слился. Неплохо. И стрелок там наполовину. Так. А ну-ка против Сурика. Смотритель ударил. Сура, понятно все, в общем.
Кстати, как вариант, я думаю, еще можно попробовать на Асуре. Может, на нем будет неплохо. У него родная отражалка есть еще. Так, стрелок, огнекрыл. А вот, кстати, и Бигфут есть. Ну, станет ее, конечно, жестко. Но отражалку получают приличную все. Смотрите, Бигфут. Наполовину там себя ушатал. В общем, надо больше героев, я думаю, будет интереснее. Однозначно будет интересное. Так, о, отлично, Афина. У нас смотрим. Ну, такое себе. Не особо она там умерла, я вам скажу. Надо будет, наверное, пробовать еще героев все-таки им прокачивать на ХП, тогда будет получше. Но Анубис себя шатает прилично. Кто-кто, а Анубис он фул хипа себе убрал. Так, что тут у нас? Нет, тут полное снаряжение. Такс. Тут ее сейчас сольют. Урожай куча. Нет, тут вариантов нет. Так, хорошо, давайте попробуем в другой локации. Давайте попробуем на арене. Думаю, на арене будет интересно, конечно, в каком топе. Это печально все, но... Да, против Деда Мороза она соло, конечно, его утащит. Карину ведьма, малыш Ник. Попробуем, может тут. Нет, тут то же самое. Ну хотя бы посмотрим массовый или сможет смотритель ударил. Такое себе. Надо выходить в топ, а там уже тестить. Ну не знаю, в принципе она и хилит, и дэм дает, как вариант, и зеленый смотритель, она на PvP ресает, на PvP локациях очень часто используется, особенно на атаке фортов. Какой еще вариант есть? Рино, Бигфут, Анубиса можно тестануть. В общем, танков, хранителя, Асурика тоже охота, в принципе, с ракушкой затестить, почему и нет. Тоже интересный будет вариант. В любом случае автопрокеры будут сливаться. Единственное против Фрея. Фрея может продамажить и слить сразу. Придется все-таки ставить оживу. Так, ну-ка тут. Смотрим. Приличные отражалки идут, посмотрите. О, смотритель ударил. В общем, такой вот вариант, не знаю, в принципе, мне нравится. Давайте еще на забытую сбегаем, там глянем. То
здесь на забытое у нас будет. Тоже интересно посмотреть. Так, поехали, давайте вот так вот и так. Анубис, я вам скажу, нормально себя убивает. Блин, ее огненку поставить, и думаю, вообще кайф. Там даже мелкая огненка будет уже давать неплохой плюс. Так, ну тут какие-то они все слабенькие. Хотеть на Либлин. Так, надеюсь, тут вторые эволюции у нас будут. Угу. Надейся называется. Конечно, то, что она еще и бафает себя на атаку, тут непонятно, от чего они сливаются, но все же и смотритель. Так, ну вот какая-то есть Фрея. Ну, конечно, Фрея, наверное, нас раздаст сразу. Вот тут пачка такая. Ну, там неплохо некоторые получили. Ну-ка, сейчас мы попробуем против первой пачки кинем. Вот так, а это все остальное против второй. Надо было еще посмотреть, что там за пачки. Отличная финка, ворожей. Ну блин, там половина он уже просела, нифига себе. Там если бы не ворожей, то они бы, конечно, нормально сейчас слились. Супер, мне это уже нравится. Так, ну давайте еще против финки. Без вариантов. Смотритель, конечно, мешает. А что тут скажет наш новый герой? Перепслил. Ну, в общем, как-то так. Не знаю, ребят. Я думаю, интересно будет. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Очень интересно. Пишите, какие героев еще прокачать, и будем дальше качать. В принципе, для теста эти аккаунты и созданы. Будем смотреть, что же будет на PvP локациях с фулл пачкой. Думаю, будет очень интересно. Все, всем удачи, всем пока.